Это, кстати, чьё? Или косуля была, или что-то такое. Не туда завернул. Бывает. Ты тут не поймешь. Тут везде не туда, да? Куда ехать? Ночью. По абсолютной целине. Деревья одни. О, в этот будем играть. Вот, вот здесь места не очень. Привет, друзья! Поздравляю всех вас с наступившим Новым годом! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в ваших во всех делах, во всех начинаниях. Кстати, вы находитесь на канале «Классная рыбалка с Алексом». И, собственно говоря, в этот предновогодний день я выбрался на рыбалку. Буквально рыбалка проходит 30 декабря, то есть накануне Нового года. За день фактически там до Нового года. Друзья, выбрался я на рыбалку с Виталиком на жерлице. Жерлицы у нас уже расставлены. И щука клюет и клюет неплохо. Все это, как я тут ловлю, какая рыбалка, вы сможете увидеть на канале. Смотрите, будет интересно. Ну, кто не подписался, подписывайтесь на канал. Ставьте класс. В общем, всем приятного просмотра. Друзья, привет. Вон там у нас флажок стоит. Произошла сработка. Да бери все это добро. Вот мы одну щучку уже поймали. Сейчас это все положим. Короче, утро вообще просто бомба, ребят. Замечательно. Мы, чтобы вы понимали, во время, когда выставлялись, у нас произошла одна сработка. И щуку, которую достали, заснять я не успел ее. Там Виталик снимал. Но камеры еще не были готовы. И, собственно говоря, щука даже не зацепилась. Она просто из зубов не, не выплевывала карася. Стоит, не мотает. Сейчас посмотрим. Снег глубокий, красиво. Природа, конечно, просто бомба. Сколько стоит, непонятно, но вымотала, я вам скажу. Нормально, метров 10 вымотала. Есть контакт. Есть. Это ли, ну дай багурик. Друзья, что-то есть. Пока идет свободно. Как свободно? Под напрягом такая. О, друзья. О, щучка что-то начала понимать. Да. Да. Как давит. Потихонечку. Это что? Пошла в сторону. Метров 10-15 лески точно вымотала. Ох, хорошая. Хорошая, друзья. Хорошая. Она хорошая. А морда? Морда хорошая, друзья. Мне понравилось. Так. Вот такая, друзья. Класс вообще. Просто бомба. Щучка бомба.
Дашина. Ну что, я доволен. Красота. Красота, вообще бомба. Постараюсь. Не, это чуть побольше. Да, красавица, чуть-чуть побольше, друзья. Тем лучше. Да. Весна уже сереет. Сереет, а две щуки уже. Класс вообще. Просто классно, бомба. Какая. Какая красавица. Утро началось вообще классно. Снимаю. Сейчас поводок другой. Пока что заморачиваться не буду. Поменяем. Поменяем жеребца. Поменяем поводок. Друзья, это финиш какой-то вообще. Не успели одну щуку снять. Точнее, вторую. Вот еще одна сработка. Третья. Третья сработка, друзья. Фух, блин, вот это новогодние ралли. Даже жерлицу не зарядил. Вообще, вот это раздача. Это просто, друзья, раздача. Да, тянула в сторону. Ух ты, друзья. Пока на месте. Пока на месте. Глотала. Глотала, глотала. И что-то глотала. Что-то глотала там хорошее. Не держим сильно в натяг, так знаете, как обычно, по чуть-чуть. О, ну дай мне багор. Тут можно и багор, багром. Не-не-не, подруга, не надо там сильно. Это такая уже хорошая столовая. Такая уже щучка к Новому году. Может быть, нормальная приглашена. С такой лучше не играться. Опа, друзья, двушка. Ты говорил, маленьких так не было. Это, маленькие одни, да? Маленькие, да. 800 грамм. Ну, это где-то кило. Потолок. Да, это где-то 1,5 кило 600. Да. Виталий, как тебе рыбалка? Замечательная, товарищи. Всем рекомендую ловить длинную рыбалку. Прикольно, да? Друзья, вообще бомба. Это третья щука, чтобы вы понимали, за час. Просто бомба. Красивая. Настоящая новогодняя зимняя щука такая. Класс. Просто класс. Я в восторге. Вот это, друзья, раздача. Просто, просто новогодняя раздача какая-то. А, класс. Друзья, не успеваем. Просто тупо не успеваем. Не надо, надо дать время. Рыба выплюнула, но так или иначе подсекать надо только во время прощения. Все, что... Рыбе надо давать тоже шанс.
подписывайтесь на канал. Подписка вот здесь. Вот здесь подписка, в этом углу. Утро какое-то. Вообще тишина. Снег. Птички поют. Хотя что, 30 число сегодня. О, друзья. О, а тут хорошая. Хорошая, друзья. Ах. Сошла. Сошла, так бывает. Сошла. Ну ж, так бывает. Часто задают вопросы, а что ты так широко подсекаешь, надо делать короткую подсечку. Друзья, у меня эластичная леска, очень эластичная. То есть у меня 0,28 леска здесь стоит, ну где 0,28, где 0,30, но она эластичная. То есть вот даже сейчас при подсечке я ее не просек. А вы видели, я сделал подсечку от руки 1,5 метра. Так вот, общая вымотка здесь 10 метров. То, что я делаю подсечку на 1,5 метра рывок, вы поняли, не всегда даже я просекаю. Это вот часто мне задают вопрос: да что ты так посекаешь, мол, голову рыбе можешь оторвать. Послушайте, если я ловлю или вы ловите на глубине 50 сантиметров, конечно, вы делаете легкую подсечку, буквально там 20 сантиметров рукой, этого достаточно, чтобы просекти рыбу. Но если у вас глубина, как я ловлю обычно на руслах, на ямах, глубина там от 4,5-5 метров и до 12 метров, и имеется, вот обратите внимание, леска, да, а вот я ее тяну, вот видите, вот руку, одна рука неподвижна, вторая тянется, вот на 10% она вытягивается. Вот при 10 метрах эта эластичность метр точно, поэтому я делаю подсечку от руки. Ага, а лески вымотаны, друзья. Помимо того, что тут глубина 5 метров, еще лески здесь лежит метров 6-7. Ребят, вы охренеете. Эту жерлицу, которую мы поставили, щука, которая сошла, она снова, друзья, она снова хапанула нашего живца. Она была на крючке, но это ее не останавливает. Она ушла из-под лунки, друзья. Это жадность щуки, это просто потрясающе. Она была на крючке, друзья, на крючке. Я ее с подлунки достал. Только я нацепил живца, опустил. Мы прошли вот 10 шагов, сработка. Ветали ее нет. Друзья, ну вы видели. Ну, это я рано, конечно, подсек, само собой разумеется. Ладно, подождем еще. Видно, что товарищ настырный. Она настырна. Мы стояли, разговаривали. Ну блин. Ну это килушка где-то. Кило там, 1,3 кило. Это бомба, друзья. Да не, пусть этот хорош. Куда мы так? Живцов может не хватить. Не надо, этот бодрый. Вымотало 3 метра. Ну, это вот то, что по поводу спешить, подсекать и так далее. Здесь, если вы выбрали место такое свободное для ловли, по большому счету корях нет, не надо спешить. Она может и 5 минут стоять, пусть глотает, чтобы наверняка. А так, видно, она хватает в рот, держит его и не заглатывает. Но мы в него верим. Надо будет, правда, проверить. Давай, погнали. Иди, ищи ее. Друзья, прямо на глазах он выстрелил, эта жерлица. Две выстрелила, друзья. Во! Смотрите, вращается так красиво вообще. Нравятся мне такие вращения.
неспешно. Хороша. Ну, могла быть лучше. Ну ничего. Ничего, лето пойдет. Пойдет, Ветль? Естественно. Пусть полежит здесь. Пойдем в другую? Да. Пойди, ты не помнишь. Вон. Вот, друзья. Не успел я дойти. Поставить жерлицу. Следующая сработка. Фух. Вообще финиш. Одна за другой. Виталик вон стоит, там щука лежит. И вот еще одна сработка встала, жерлица. Только что прям. Давит, друзья. Давит вниз. Ты не маленькая. Ты не маленькая. Да, это хороший, друзья. Но это не килограмм. Это чувствуется побольше. Виталик, багор, багор. Да, там все снимает. Вот это. Встань с этой стороны. Не держим на пях. У меня флюр может порезать. Это часто так бывает. Если сильно натягиваешь, напряжено, то щука режет флюр и уходит. Поэтому всегда двумя, вот буквально двумя пальцами. Этого достаточно, чтобы поднять рыбу, потянуть к луночке. И сматываем потихонечку. Куда нам спешить? Щука-то уже на крючке. Чуть-чуть притормаживаем, конечно же. Важно, чтобы за снег, за лед не цеплялась леска. В этом случае точка упора и флюр может быть срезан. Поэтому все делаем не спеша и всегда вот так, друзья, двумя пальцами. Я так ловлю и вам рекомендую. Особенно на глубине, если есть ход. А что, он у меня 30 метров. Лески на катушке. Пожалуйста, разматывайся в любую сторону. Сколько надо. О, морды крутят. Так. Что? Ах ты. Уколол ее. Промахнулся. Это плохо. Теперь она с меньшей охотой подойдет сюда к лунке. Да. Ничего. Ничего. А, там щука лежит. Это который нет? Да. Не, ну мог кто-то другой на нашу жерлицу, конечно, поймать. Не вращалась там, нет? Блин, ты же хороша. Ты же хороша. Ты
зараза. За бок не хочу ее цеплять, рвать. Потому что если рыба уйдет, чтобы она, ну, жила, сами понимаете. Я как бы сторонник аккуратного вываживания и аккуратного вытягивания рыб. Если сход происходит, то рыба должна остаться живой. Ну что, хорошая щука. Вот, друзья. Так, давай, подруга ротик открыла. Вот. Балдой. Не крутим. Замерла. На грани схода была. Сначала вот та сработала, третья от нас, потом вторая вперед. Как будто одна щука в ряд идет и снимает живцов. Ветель, готовься. Готовься, Ветель. Сейчас пойдет, аккуратно. Она там. Видишь? Леска по чуть-чуть, так раз-раз. Или карась. Готовься. Ты готов. Подсекай, подсекай, подсекай. Да, все в порядке. Потихонечку, двумя пальцами уходит, отпускаешь. Не спеши, все будет хорошо. Ну, двумя пальцами ее, напряжение постоянно должно быть. Моща, друзья. Я думаю, мать, ну, можно в карман положить. Это моща, друзья. Вот она. Выцедили. Друг. Невероятный хищник. Подожди, я тебе... Ты смотри, не хочет карася отпускать. Руками. Иди уже. Тренируйся. Смотри. Отпусти рыбу. Он тебе не нужен. А ну. Давай, мужик. Так ты. Давай, давай, давай. Выплевывай, выплевывай. Все, погнали. Годится. Такие тоже клевые. Таких только надо отпускать. Да, на следующий год это килограммовая щука. Вот такие пироги, ребят. Сейчас не было поклевок. И как по свистку две сработки. Виталика одна. И вторая вон дальняя. Ну что там, что другая не прощает. Ну так бывает. Снега навалило, я вам скажу. Идешь, конечно. Такая тренировка, как это, кардио, да? Тут 100 метров пройти по снегу, 30 сантиметров, где-то 30-35 сантиметров глубина уже слежавшегося такого снега вязкого. Уже за сегодня находились. Не сильно активная щука сейчас уже 10 часов, да? Уже такое бьет и выклевывает.
на рассвете брала хорошо. Ну что, друзья, наша рыбалка подошла к концу. Все, собственно говоря, видели, все посмотрели. Виталь, как тебе рыбалка? Замечательная рыбалка. Друзья, очень порадовало. Вот такие экземплярчики. Щучки у нас ловились. Ну, я считаю, что весьма достойная. Виталь, что ты думаешь? Ну, до ничего? Нового года. Пойдет. Вообще, первая моя рыбалка. В конце 2021 года, а вы уже видос будете смотреть в 2022. Друзья, всем спасибо за просмотр. Рыбалка у нас была шикарная. Поэтому, кто не подписался, подписывайтесь на канал. Кому интересно, как ловить на жерлице и оснащать жерлицы, переходите непосредственно там на видео у меня на канале. Кому интересен здоровый образ жизни, переходите на канал Виталика. Он там рассказывает, показывает, что-то там у него происходит. Но если будет вам интересно, заходите на канал. Вот. И до новых встреч, друзья, в 2022 году. Всем пока!